Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать необычный шнур гусеничка. Начинаем работу с двух воздушных петель. Выполняем. Раз и два. Далее мы с вами провязываем еще две воздушные петли. Раз, два. Выполнили. Далее мы с вами выполняем накид на крючок, вводим крючок в самую первую воздушную нашу петелечку и провязываем полустолбик. Выполнили. Затем выполняем 2 воздушные петли. Раз, два. И работу разворачиваем по часовой стрелке. Вот таким образом. Далее выполняем накид на крючок. И с вами ищем вторую воздушную петлю. Вот наша первая воздушная петля. Ее хорошо видно, она у нас немножечко вытянулась. И мы вводим крючок во вторую воздушную петлю. Втягиваем рабочую нить, провязываем полустолбик. Выполнили. Далее мы выполняем 2 воздушные петли. Раз, два. Работу опять же разворачиваем по часовой стрелке. Выполняем накид на крючок и провязываем с вами за 2 петли. Обратите внимание, мы наклоняем немножко работу, и вот хорошо видны наши петелечки боковые. Первая, вторая и третья. Мы провязываем за 2 петли, которые находятся у нас с вами ближе к крючку. Вот таким образом. Захватили, вытянули рабочую нить и провязали полустолбик. Выполняем 2 воздушные. Разворачиваем работу по часовой стрелке. Выполняем накид на крючок. Ищем наши 3 петли. И за 2, которые у нас ближайшие, находятся ближе к крючку, мы с вами провязываем полустолбик. И продолжаем. 2 воздушные. Работу разворачиваем. Выполняем накид на крючок. Захватываемся за 2 петелечки. И провязываем полустолбик. Опять 2 воздушные. Работу разворачиваем по часовой стрелке. Накид на крючок. Захватываемся за 2 нити. И провязываем полустолбик. На что хочу обратить ваше внимание. Мы с вами 2 воздушные петли можем выполнять до поворота, а можем выполнить поворот и провязать 2 воздушные петли. Это абсолютно не повлияет на внешний вид нашей гусенички. Давайте выполним после поворота 2 воздушные, накид и провязываем за 2 петелечки. Опять поворот по часовой стрелке, 2 воздушные, накид и провязываем за 2 петелечки. И давайте еще 2 раза выполним поворот, 2 воздушные, накид и провязываем за 2 петелечки. И теперь можно выполнить 2 воздушные и только потом поворот по часовой стрелке, накид и провязываем наш полустолбик. И давайте посмотрим. В этом случае наша гусеничка получается такая более рыхлая. Вот хорошо видны просветы. И она получается не менее красивая такая и очень интересная. Одинаково абсолютно смотрится как с одной, так и с другой стороны. Мы с вами сегодня научились вязать красивую гусеничку. Так она смотрится из более тонкой пряжи. И обратите внимание, она абсолютно одинаково смотрится
и с одной, и с другой стороны. Творческих вам успехов!